На страже спокойствия горожан народные дружинники. ДНД начали работу в 2015 году. Они ежедневно патрулируют дворы и улицы города. Только в Самаре насчитывается 200 пеших нарядов. За год численность дружинников в области увеличилась в 7 раз. Желающих встать на охрану порядка много. Экипировки на всех может не хватить. Поэтому представители полиции предлагают заранее об этом позаботиться. Предлагаем решением областной комиссии дать поручение органам местного самоуправления и муниципальных образований области принять меры по улучшению условий для деятельности народных дружин, в том числе по повышению уровня обеспеченности светоотражающими жилетами и удостоверениями. Работа добровольных дружин дает результат. На улицах области за год количество разбойных нападений сократилось на 7%, грабежей на 34%, угонов машин на 26%. На заседании комиссии обсудили способы поддержки ДНД. Решено на законодательном уровне ввести дополнительные меры поощрения для участников народных дружин. Мне бы хотелось отметить, что при этом основная роль в оказании поддержки гражданских инициатив по охране общественного порядка отведена органам местного самоуправления как наиболее близкому гражданам уровню публичной власти. Снизить количество правонарушений поможет система «Безопасный город». Она должна объединить тысячи объектов в единую систему непрерывного мониторинга, которая позволит решить проблемы транспортной инфраструктуры и обеспечить комплексную безопасность стратегических объектов. «Безопасный город» включает в себя систему оповещения, видеонаблюдения, систему экстренных вызовов и мониторинга. Пока проект находится в стадии разработки. Лариса Шалафа, Артем Сулайманов. События.